Рядом с объектом культурного наследия, монастырскими воротами, расположенными на улице Осипенко, установили газовую подстанцию. Жители выразили недовольство. Газораспределительный пункт портит внешний вид города и самих ворот. Ситуация привлекла внимание общественности, депутатов и администрации города. На месте строительства ГРП депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел выездное совещание, на которое пригласил все стороны конфликта. Участие в обсуждении приняла и глава города Елена Лапушкина. Выяснилось, что таким образом ресурсоснабжающая компания вынесла газовый пункт с территории военного госпиталя, где будет построен новый лечебный корпус. ГРП разместили в зоне охраны объекта культурного наследия, что является нарушением. Либо некапитальное сооружение, оно меньше по размерам и с другими техническими решениями, либо подземные сооружения, которые не препятствуют визуальному восприятию, поскольку это одно из требований охранной зоны, а здесь мы видим непосредственно вблизи конструкцию, которая экранирующая, то есть в 10 метрах от, даже, наверное, меньше 10 метрах от памятника. При этом ресурсники уверяют, что все документы в порядке, и установка подстанции была согласована с органом охраны. По итогам совещания и глава города, и депутат Госдумы предложили перенести газораспределительный пункт на другую площадку. В случае, если сейчас оперативно нам не удастся эту проблему разрешить, тогда, на мой взгляд, единственным вариантом останется пойти на временное решение, запустить то, как это есть сегодня, с последующим переносом. Пункт перенесут в ближайшее время. При этом работы не помешают строительству нового лечебного корпуса. Виктория Шара, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.